Внутри человека есть место, до которого никто не может добраться. И оно твое. О чем ты говоришь? О надежде. Надежда. Вот что я тебе скажу, друг мой. Надежда – опасная штука. Вместо Тима Робинса – дебютант на сцене драматического Андрей Нецветаев. Вместо Моргана Фримена – белокожий сибиряк Петр Жуйков. Культовую драму Стивена Кинга «Побег из Шоушенка» поставили в Самаре. К премьере шли долгих 5 лет. Целая эпоха для театрального дела. В нем есть что-то очень русское. Потому что как сейчас у нас? Мир спасает супергерой, да? Американская точка зрения. С вот такими бицепсами. А здесь герой совершенно другой, понимаете? Абсолютно другой. И это как-то роднит с тем же самым Достоевским. Не Шварценеггер. Абсолютно не Шварценеггер, да. С тем же самым с Достоевским, с идиотом, с князем Мышкиным, с еще какими-то персонажами очень русскими. «Так мучительно я еще ничего не рожал», — говорит режиссер спектакля Вячеслав Гвоздков. Идеи и мысли по этой теме периодически сковывало тюремными цепями в лучших традициях произведения. Ответы пришли сами, пусть и не скоро, но результат того стоил. Слаженный мужской коллектив четко выполнил задачу и доносит до зрителя тексты и подтексты, в которых Кинг отразил и силу человеческого духа, и стремление к свободе, и надежду, и самое главное – шанс оставаться человеком, даже если это практически невозможно. У нас будет написано вот с полным текстом, да, «Стивен Кинг идет в кино, а теперь и в театре. Впервые в России». То есть мы как бы открыли, все друзья меня спрашивают, а как это возможно, как это можно было поставить на сцене. Даже не театральные люди говорят, ну я видел фильм, повесть не читал, а как это можно поставить? Я говорю, ну придете и посмотрите. Это спектакль не про тюрьму в прямом смысле или, во всяком случае, не про физические решетки. Бабочка рождается на свет и должна летать, иначе она погибнет. В мораль спектакля верят и зрители, и сами артисты. Посмотреть и оценить постановку можно будет 3 и 4 октября. Также в ближайших планах самарской драмы «Человек и джентльмен» от итальянского режиссера Паоло Ланди, «Касатка» по Алексею Толстому, «Холстомер» Льва Толстого и «Три сестры». Марианна Мирная, «События».